Выставка «Модная осень» для детей и взрослых пользуется популярностью у жителей города. Здесь вы найдете все от карандаша до рюкзака, но особое внимание уделено детской одежде. Компаний-производителей школьной формы много, но высоким качеством могут похвастаться не все. Кстати, на выставке представлена стильная и модная одежда не только для детей, но и для взрослых. Модная линейка от компании «Криструм» не оставит равнодушным ни одного покупателя. Прекрасный крой выгодно подчеркнет достоинство вашей фигуры, а дополнит образ добротная обувь отечественного производства. Мужские костюмы, рубашки, джемперы привез в Одинцово московский производитель. В этом году не обошлось без приятных бонусов для покупателей. Участники советуют родителям при выборе одежды для детей в первую очередь обращать внимание на качество материала и пошив изделия. Выставка «Модная осень» для детей и взрослых продлится до 29 августа. Пора готовиться к новому учебному году. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».